А теперь виновники торжества. Да, да. И все такое. Лондон же, блядь, мать их! Лондон же! Нет сигарет. Что же можно сказать перед выступлением? Мы вас поздравляем, типа, все дела. Бабу хочешь? Так сигарету или бабу? Сигарету. Заткнул бабе в пизду. А куда же будешь? Да ладно, ну и приятных ответов, прикольно сразу. Вышел по... Ой, все, там цензура. Да, цензура, замазано. Программа «Ландыши». Дайте прочитать песню. Компьютер проблемы. Галя. Будь пизда. Галя, моя мама так зовут. Песня про мою маму. Гала. Гала. Это про Галину Кофею. Я пойду после лошадки. Я после лошадки съебусь. Хорошо. А сейчас я пойду по... Лысый, родной, ты ботиночки забыл. Ландыши.
монитор еще, пожалуйста. А вот это еще бэк-вокал будет. Сначала. А вот сейчас пока трубы у нас потом выйдут, а у нас пока через 5 песен трубы выйдут, а пока бэк-вокал на этот микрофон. Да, вот сейчас нормально слышно? Куда ты его понесешь? Он сейчас не нужен? Ну сейчас на первых песнях нужен, ну что, нормально? Можно. Просят. Так вот.
кола. Я не знаю, что 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 я не знаю,
площадка. Самые симпатичные из них. Голые глаза, шкурка гладка. На самом деле мне болеть. На самом деле мне болеть. Съели его живьем. Они пришли, чтобы надрать вам задницу. Эти парни из группы Каберне Диньон. Каберне Диньон, аплодисменты. Следующая песня про это. Не слышали про это сейчас? Угроза ядерной войны. Хотя песня не обойти.